Два борцовских ковра диаметром 7 метров и тренажерный зал. Это, что называется, рабочая зона будущего спортивного объекта. За одну смену тренироваться в такой юрте может 21 человек, рассказали строители главе Бурятии. Общая же площадь здания – 800 квадратных метров. Подвальное помещение у нас предусмотрено. Мужская, женская раздевалка, душевые, потом комнаты для персонала и лифт. Лифт для инвалидов. На втором этаже также у нас тут и административные помещения. Здесь можно не только тренироваться, но и соревноваться. Оборудуют 40 посадочных мест на трибунах складного типа. Но следить за схватками смогут и те, кто снаружи. Вот это вот такие вот у нас будут проемы. Окна большие, панорамные, вот прямо вот такие. Вот прямо вот отверху, вот отсюда. Это чтобы было, а тут ехали люди, смотрели, что происходит. Ни спортсмены, ни зрители замерзнуть не должны, ведь отопление будет центральным. Такую юрту в республике строят на условиях государственно-частного партнерства. Инвестором выступила компания, занимающаяся поставками угля. Общая сумма строительства составляет 36,5 миллионов рублей. Ася Касьянова, Новости дня.